На конкурс «Дети читают стихи». Юлия Гончарук, 13 лет, Санкт-Петербург. «Весна, весна, как воздух чист». Автор Евгений Боротынский. Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Шумят ручьи, блестят ручьи, взревев, река несет на торжествующем хребте поднятый ее лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхий лист, как прежде, под моей ногой, и шумен, и душист. Под солнце самое взвелся, и в яркой вышине незримый жаворонок поет заздравный гимн весне. Что с нею? Что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка. С ним журчит, летает в небе с ней.